Привет, друзья! Сегодня предлагаю вам рецепт очень вкусной и нежной запеканки с куриной грудкой и брокколи. Это прекрасное полезное блюдо для всей семьи. Подготовьте овощи. Очистите морковь и нарежьте произвольной формы. Ингредиенты и их количество вы найдете в описании под видео. Разберите брокколи на соцветия. Куриное филе нарежьте на небольшие кусочки. Мелко нарубите лук и слегка обжарьте его вместе с мясом. По вкусу добавьте соль, черный перец и по желанию чеснок. Затем добавьте морковь и тушите еще несколько минут. В смазанную маслом форму для запекания выложите соцветия брокколи. Посолите и сверху равномерно распределите обжаренное филе с овощами. В миску разбейте 2 яйца, добавьте молоко, растительное масло без запаха, соль, разрыхлитель и муку. Хорошо перемешайте и равномерно полейте этой смесью овощи с мясом. По желанию можно посыпать сверху немного сыра. Запекайте в разогретой духовке примерно 40 минут при температуре 185 градусов. Запеканка готова! Яркая сочная запеканка из куриного филе и брокколи – отличный вариант для обеда или ужина. Она получается очень нежная и вкусная. Рекомендую насладиться этим блюдом. Приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего!